Не так давно я понял. Она подумала, что я не искренне. В угол встала. Архитектор своей зоны, попадаю всегда в поле. Обхожу твои заслоны, ставлю блокшоты на фото. Ей чисто кайф играет, без разницы на счета. Без рефери и свистка, и свистка. Мои пальцы в флангах, бегу без оглядки. Ручей будто танки, в тайм-аут меня теряет. Два шага и я прошел, отдышка в твое лицо. Нажмите на кнопку стоп. Я все. А с моими пацанами зацепи своих подруг. Поиграем в стритбол. 3 на 3, 3 на 3. Я с моими пацанами зацепи своих. Да, смешная, не спорю. Прям это статуэтка смешнявой, самой смешнявой девочки. Плюс милый. Я с ним успел перекресток. Я жестко забегалась на работе сегодня. Вот. Но я была на своих позитивных вибрациях, поэтому смена круто прошла. И завтра тоже круто все пройдет. А уже и еще я четвертый день полностью на веганстве. И я хорошо справляюсь. Прям отлично. Вот такой факапик. Все, как какую-то мочалку. Обзора не будет. Я иду на работу. Но я иду в душ, а иду на работу. Я хочу домой себе такую люстру. Вы не верите, да, что у меня мог быть такой концерт, да, получается? Такой зал. Не, я разогревающий комик сегодня. Я сегодня буду вас разогревать. Если что, не надо на меня так смотреть. Класс! Ну, и вот так я спас 50 детей.
Это что-то райское на земле. Пов агартензи. А? Пов агартензи. Рассказ. Вы посмотрите на них вообще. Я фоткаюсь, надо скину. Это невозможно. Это невозможно. Если что, там еще мои отпечаточки пальцев, мизинчик. Ну, лево и право, конечно же. А еще фан факт, у меня вот тут на ладошечке огородинка.
Вау. Это Ванина красивая очень картина, не менее. Вот. А это я и моя бабуля. Моя бабуш. Вот так вот. Я эту девочку очень сильно люблю. Рекомендую прям жестко обязую не обижать ее. Эту девочку я тоже очень люблю, но она невероятная умничка, потому что совсем справилась. Ну и ее уже не обидеть, поэтому она сама кого хочет обидит. Очень хочу есть, поэтому я просто убиваю сейчас, жестко торчу на изюме. Она так на мне торчит, а это кайф, детка, я твой новый плаг. Грел. Все, что я могу сделать без тебя, это заменить тебя. Чёртова.